Я не просто одуванчик. Ты огромный пельмень. Двигайся сюда. Давай. Ну что? Что будет, если я не подвинусь к тебе? Чувак. Что? Почисть зубы. Плиз. Sit down, please. Всем хай, hello, my name is Демьян Волков. В апельсиновой кофте, в кепке с рогами. Ой. И я не нравлюсь твоей маме, да? Я не нравлюсь твоей маме! Ты нахуй мне и выключи это видео! Можно два вопроса? Почему ты орешь? Потому что я Демьян! Тебя толстовка сделана из апельсинов, потому что она апельсиновая. Видимо, да. А меня зовут волосато-полосатое зебро. По имени Ванечка, которого не хотят принять в стаю двухноногих зебро. Что? Ты сказал только что. Здесь собрались очень серьезные люди. Но не мы вот. Сегодняшняя тематика нашего видео весьма интересная. Потому что здесь собраны самые крутые сообщения от наших родителей! Ну как наших родителей? Родители детям, дети родители, а внуки а медведь, огурец, а дерево, трава. Зебро, Дэмиан. Чувак, это было не смешно. Ладно, короче, мы сейчас будем читать сообщения, а ты пока что подписывайся на наш инстаграм. Вы кто? Они? Я нет, они. Комарам этим сидят на стене подлюки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Наших подписчиков называют волки. Мы мохнатые, мы не боимся холода. Мы срём где захотим. Потому что наш лес, наш дом. Как сказать наш хоум? Наш хоум? Лес как будет на английском? Forest. Это же лошадь. Хорс — это лошадь. Дуранчоус. Я как анчоус, только дуранчоус. Так, все, смотри видео. Вызовите спецэффекты. Давай срочную дозу спецэффектов. Ты думаешь, я не умею делать спецэффекты? Это палочка чупа-чупса. Нет, это граната. Вань, у тебя носок черный. Дальтоник, он белый. Я его ликвидировал. Он преследует тебя. Ты выкинул не только мне. Да пошел в жопу, колокольчики упали из-за твоих носков сраных. Это же ловец. Я поставил из мертвых. Ай. Я случайно Ваня плес. Он стал второй раз из мертвых. Сядь, пожалуйста. На носки. Так, первое сообщение озвучиваю я. Мамочка. Так, я буду озвучивать первое сообщение, потому что я старший брат. Нет, 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 давай и так. И потому что я так захотел. Все, я все, все. Все. Мам... The end. Listen to me. The end. Your brothers it stupid boy. Understand? Мамочка пишет. Твоя двоюродная бабушка умерла. Лол. Что в этом смешного? А я тебе отвечу. Это не смешно, сынок. Что ты имеешь в виду? Мама. Лол, значит, очень смешно. Да? Я отправила это всем, потому что думала, что значит очень люблю. Мне нужно всем перезвонить, о боже. Привет, милая, пробел. Как пробел дела? Вопросительный знак. Он все это пишет буквами. Пробел с большой буквы. Мне нравится мой новый... Мой новый телефон, восклицательный знак. Видимо, ты используешь голосовой набор текста. Не надо говорить пробел, он сам поставит его. Купи батон, если будут яйца 80-х. Что? Мам, перестань, лучше напиши смс. Не, ну это самое смешное сообщение на самом деле. Оно мне нравится. Папа. Там мотылек за дверью в ванной комнаты. Можешь выгнать его? Пожалуйста, скорее, я сейчас зареву. Пап! Папа! Мой папа мертв. Ты следующий, с любовью, мотылек. Ну и что? Надо папа взял телефон и написал от имени мотылька. Ты же дебил? Я задолгаю тебе в тачку силой. Я куплю тебе бомж-пакет. Сыночку пишет... Что, не ожидали такого, да? А я вылез! Неожиданно вылез! Что, дебил? Что ты орёшь? Это 2 часа ночи, Ваня, ну отвали!
Дальше, папа, на ужин куриные котлетки. О, люблю котлеточки. О, я тоже. А какие ты любишь? Так ты повар. Нет, а я милиционер. Папа, сейчас 1:30 ночи. Так ты будешь куриные котлетки или нет? Ну да. Про Ваню тогда его спрашивают, ты будешь кушать? Он говорит, нет. Ну тогда спать ложись. Слушай, мама, можно бутерброд? Знаете, ты когда спать не хочешь, потому что в школу рано вставать. Тогда приходи на кухню, они еще горячие. Погоди, то есть ты только что приготовил их? Да. Я не могу уснуть и решил приготовить куриные котлетки. Где тут юмор? Если смеяться, дайте мне лупу. Я не вижу, ты нашел? Я товар с милиционером. Не на чем смеяться, здесь просто жизненная ситуация. Любимый, а какой сегодня день? Понедельник. Все с тобой понятно. Чего? Не подходи ко мне больше. Я не понял шутку, раз. Ну, типа, то, что девушки все сами себе придумывают и сами себе обижаются. Знаешь, она такая надумала, ага, сегодня уже 25-й понедельник, как мы знакомы. А он об этом даже, наверное, не помнит. Ты помнишь, какой сегодня день? Такой, понедельник. Какой понедельник? Нужна всего лишь минута, чтобы запасать на кое... Запасть! На кого-то. Час, чтобы он тебе понравился. И день, чтобы в него влюбиться. Но потребуется целая жизнь, чтобы забыть его. Однажды меня мама забыла на пороге. Меня папа забывал возле магазина. Это же самое было, только уже не с папой, а с тобой. Я тебя забывал? Да. Где? Всю жизнь я забытый. Все знают об Иванкай, но никто не знает обо мне. Почему я такая бездарность? Почисть зубы, придурок. Привет, что делала сегодня, детка? Я ездила на лошади, и лошадь меня поцеловала. А я поцеловала лошадь. Супер, а что еще интересного? Ходили по лесу, слушали птиц, ели личинок. Сегодня видео самых несмешных сообщений. Мне было бы страшно, как лошадь поцеловала какую-то Катю, и она ела личинок. И ходила по лесу. Сынок, пока мы в Египте, ты не водишь домой девок. Нет, пап, не устраиваешь пьянки? Нет, конечно. Вот ты тряпка. Ну типа папа расстроился, он надеялся, что он скажет сыну: сына, никаких девок, никаких буханок. А он такой: пап, да мне начхать, буханки будут, тёлки будут, девки будут, вас не будет, вы в Египте. Маме сообщение: мам, ты дома? Нет, мы с папой на дачу уехали. Блин, я ключи дома забыл, что теперь мне делать? Ты читал Тома Сойера? Нет, и при чем тут Том Сойер? Советую, как пособие по бродячей жизни. Прикольно. Да. Не, я просто понял отсылку, я в школе читал про Тома Сойера, и там типа он был бродягой. Типа привыкает, что ты бездомный, да? Да, типа то, что ты дебил. Тебе чувствует тоже надо там... А, ты уже прочитал, да? Да. На выход. Все, пока. Давай. Я передумал. Смотри, мама... Там ужасно. Я чуть не умер. На меня напала стая диких енотов и птиц. Они меня чуть не закрывали, после того я пошел в лес, а там я поцеловал лошадь. Лошадь, ты понимаешь, лошадь. Мне бы жить даже грязнее, чтобы чем у меня. Уйди, пожалуйста. А мама отправляет какашку. Мам, ты чего? Это шоколадный поцелуйчик. Мама, это какашка с глазами. Ох, правда? Ужас. Ну почему у какашки такое милое лицо? Я тоже удивляюсь, почему у Вани такое милое лицо. А какой ваш смайлик? Напишите в комментарии. Ксюша пишет: как ты мог? Я доверяла тебе, а ты мне изменил. О, пап, прости, это было для Кости. Кстати, вопрос совершенно не связанный с предыдущим сообщением. Мой дробовик не видела? Хороший папа. Жалко, что кто-то умрет. Бедный Костя. Дебил. Неопределенный номер. Мама, это твой сын, я сбил ребенка, нужно 100 тысяч рублей. Мочи свидетелей и вали оттуда. А вообще-то у меня дочь. Я вылез неожиданно второй раз. В то время, пока Ваня вылазил, мама написала сыночку: сына, за что тебе двойку на математике влепили? Не мог найти наименьшее общее кратное. Блин, они до сих пор его не нашли?
Не, ну ладно, ладно, смешно. Женя, надень шапку, холодно. Женя, ты кушал? Женя, я звонила Антоше, ты где ходишь? Мама, я ушел с друзьями отмечать свой день рождения. Буду не скоро, мы выпиваем, ты в шапке. В этом вся мама. Мама, меня украли арабы. Сынок, хорошо, чтобы вечером был дом. Ах, эти дети, эти арабы. Собственно, все. Братва, на этом сообщения наши закончились. Было смешно, было не смешно. Если вы что-то подобное писали родителям, и они как-то смешно на это реагировали, напишите в комментариях, собственно, что вы писали и что вам отвечали. Самые смешные я, конечно же, лайкну, а может даже сниму на это реакцию. Так что, пишите в комментарии ваши сообщения родителям или родительские сообщения вам. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, и ссылочка в Инстаграм будет также в описании. Любите своих бабушек, я Демьян Волков, наилипший блогер, Ивантус по кличке Зебра. Всем пока. Полосатая волосатая. Зачем тебе пистолет? Чтобы сделать так.